Артиллерией по центру Донецка. В столице Донбасса повреждены жилые дома на улицах Батищева, Тринева и Роза-Люксембург. В других городах области также продолжаются бои. Под обстрелами Горловка, Снежное, Торец, Авдеевка, Ясиноватая, Шахтерск и высота Саур-Могила. Самые горячие точки области у Анастасии Певной. Крупнокалиберные артиллерийские снаряды ударили по центру Донецка, сообщают местные мэрии. Разрушены два дома на улице Батищева и Тренева, а также один на улице Роза-Люксембург. Здесь погиб брат донецкого скульптора Александра Скороха. Я не верю, понимаете, мне не верит, что его нет. Не верю. Несколько снарядов попали в городские пруды на территорию парка Щербакова. В социальных сетях жители города пишут, что минометный обстрел велся со стороны торгового центра «Маяк». Во время артобстрела Влад был дома вместе с братом, дедушкой и бабушкой. К счастью, ни парень, ни его близкие не пострадали. То есть ты спал, когда вот... Одеялом успел накрыться, чтобы мне это не зацепило. Сейчас в квартире парня нет стекол, а в стенах и потолке следы от осколков снарядов. Стекла от окон торчат. Ну, да, видно. Залетело, что я знаю. Четыре снаряда разорвались на территории шахты Путиловская. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Повреждены здания электромастерских и подсобные помещения. Пробила крышу бани, вынесла рабочим. Вынесла окна. Угу. Вот. Выбила окна и стекла в здании химочистки. И попала на территорию лесного склада. Подсчитать точное число жертв за минувшие сутки ни городские, ни областные власти не могут. Из-за постоянных боевых действий скорые не могут доехать к пациентам. Невозможно подъехать, работать скорым помощью, каретам. Здесь территории постоянно обстреливаются. С одной стороны, ДНР не дает возможности собрать пострадавших и трупы. А с другой стороны, украинская армия. Поэтому в результате вот этих вот из-за этих боевых постоянных действий, непрекращающихся артобстрелов, у медиков просто нет физической возможности работать. Киевские и Ленинские районы Донецка были обстреляны из градов сегодня ночью. Под артудары попали жилые дома. Бои продолжаются и в Горловке. Сегодня снаряды попали в 55-ю школу в центре города, в остановку на жилмассиве строителей. Горели дома в частном секторе в районе ВГСЧ. Пострадала малая семейка и рынок на 245-м квартале. Сейчас люди массово пытаются выехать из зоны противостояний. В Ясиноватой в результате артобстрела погибли 4 человека. Еще 7 получили ранения. Снаряд попал в здание Центра профессионального развития технического персонала. Не спали сегодня ночью жители Шахтерска. Ополченцы обстреляли город из градов, сообщают украинские военные. Повреждены несколько жилых домов. На этом видео видно, что боевики так называемой ДНР стреляют прямо из жилой квартиры. В Авдеевке повреждены десятки домов, говорят местные жители. Около полусотни человек получили ранения. А накануне между станциями Авдеевка и Донецк был взорван мост. В СНБО говорят, случаев подрыва переправ ополченцам за последние сутки в Донецкой области было несколько. Террористы також продовжують руйнувати інфраструктуру. У Донецькій області бойовики підірвали залізничні колії на 41-му кілометрі перегону Позніково-Торец, а також пішохідний міст під Харциськом. У Донецькій області терористи замінували у місті Зугрес міст та дамбу між селами Зарічня та Зуєвка під Харциськом. Мости неподалік товариства «Зуєвський енергомеханічний завод» у районі дитячого табору «Супутник» та через річку Кринка. Бойцы Нацгвардии продолжают отбивать контратаку боевиков на кургане Саур-Могила. А вот поселок Новый Свет украинские военные уже взяли под свой контроль. Анастасия Певная, телеканал «Донбасс».